Выглядеть стильно и свежо – главная задача женщины в любом возрасте. И чем старше, тем больше появляется желание выглядеть моложе. И это верно. Здесь главное не переборщить, подражая молодым до нелепости. Но и не стоит не обращать внимания на себя, махнув рукой. Сейчас никого не удивишь тем, что даже дама за 50 плюс, 60 плюс выглядит модно и современно, а не как бабушка времен наших бабушек. Осень – период, когда хочется еще успеть надеть на себя что-то яркое и разбавить свой образ броскими аксессуарами, под стать ярким краскам чарующих оттенков наступившей осени. Можем только догадываться, как в повседневной жизни одеваются пожилые модели, демонстрирующие дизайнерские новинки в коллекциях европейских и западных кутюрье. Но их профессия, безусловно, накладывает отпечаток на их внешность и умение создавать стильные и элегантные образы. Одно приятно, что некоторые модельеры все чаще стали уделять внимание созданию одежды для очень взрослых покупательниц. Понимаю, что среди них возникает вопрос, что носить кому за. Вы только присмотритесь к этим, казалось бы, простым комплектом одежды, где отлично сочетаются и фасон, и цвет, комфорт и современность. Думается, что и кто-то из молодежи не отказались бы от этих подобных нарядов, которые способны откорректировать силуэт и придать ему стройность. Как элегантно, сдержанно и в то же время современно смотрится черное платье с элементами, дополняющими его. Приятно смотрятся брючные костюмы, куртки, спортивные наряды, которые делают образ дам за плюс современным. Удивительный крой, отлично подобранные цвета делают образ не только современным, а утонченным и изысканным. Свободный крой брюк, длина платья, сарафана или юбки ниже колен визуально корректирует фигуру, делая ее стройнее и выше. Стоит обратить внимание на кардиганы.
не бойтесь разбавить свой образ яркими элементами. А комфортный спортивный стиль всегда в моде.
Я думаю, что уже стало понятно, как можно изменить свой гардероб, сделав его модным, современным, а главное комфортным, как в будни, так и в дни торжеств. Благодарю всех за внимание, и выбор, как всегда, только за вами.